Встречаемся на первой рыбной, надеваем наушники. Аудиоисторию, где актеры наши современники, а главный герой Сергиев Посад, можно услышать на променаде под названием «Место. Сергиев Посад». Инициаторы этого проекта – Иван Заславец и Ирина Криворукова, студенты театральных вузов Петербурга и Москвы. Наша здесь скорее продюсерская инициатива. То есть этот проект существует еще и в других городах. И наши друзья из Санкт-Петербурга, режиссер Петя Чижов, драматурги Элина Петрова и Ксения Савельева. Ребята очень опытные драматурги, они документалисты, они работают с документальным материалом. В основном это были вопросы, связанные с воспоминаниями человека про конкретное место. Посад для его жителей – это не смотровая с видом на лавру. Это маршруты в школу и лавочки первых поцелуев, дома, в которых живут близкие и даже недострои, которые тоже вехи в истории родного места. Это кафе «Минутка». Он везде «Минутка». Отголосок 90-х. То есть начали что-то строить, потом кончилось финансирование, чьи-то деньги закончились чуть больше, чем полностью, и все было заброшено. Дело было все не так. Воспоминания наших современников порой очень личные. Это, конечно, не классическая экскурсия с историческими фактами и хронологией событий. Но променад – возможность поразмышлять на тему, какой он твой, Сергиев Посад. Для меня Сергиев Посад – это город мистический. Променад «Место Сергиев Посад» – это проект театрального квартирника, объединяющего тех, кто творит, любит и живет в нашем городе. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События».